Информация об стане организма пациента заявляется на этой мониторы, после чего все данные передаются на станцию, где и вызначается диагноз. У среднем такая процедура занимает до 30 хвилин. Аппарат нового поколения, який сошел с конвейера только у этом годе, дякуючи техничным параметрам, здольны проводить самую докладную диагностику. Он имеет большие преимущества перед оборудованием, которое раньше выпускалось, позволяет хорошо диагностировать, выполнять точную диагностику благодаря возможности проводить тонкие срезы, благодаря возможности делать 2D и 3D реконструкцию, возможности обследовать сосудов, сосуды, мягкие ткани, головной мозг и так далее. Качество изображения, конечно, на нем гораздо выше, чем на томографах предыдущих поколений. За сутки диагностику проходит до 30 пациентов. Аппарат працуя нават у ночи. Для пациентов медицинского центра процедура бесплатная. Остатние могут провести доследование на платной основе. Мы надеемся на то, что внедрение всех методик данного оборудования позволит нам выйти на более высокий качественный уровень, с большей уверенностью диагностировать ту или иную патологию, ну и привлекать, помимо того, что мы обслуживаем белорусских граждан, белорусских пациентов, привлекать иностранцев, потому что рейтинг белорусского здравоохранения, он с каждым годом растет все больше и больше. Махчимости высокопрофессийной диагностики у Республиканском центре радиационной медицины и экологии человека постоянно поширяются. Так, на початку 2015-го заявился новый компьютерный томограф. Высокая худкость доследования позволяет доведаться об здоровье конкретного органа усяго за несколько хвилин. Например, за одну затримку дыхания пациента можно оценить стан органа у грудной клетки. При этом новая модель значно снижает променевую нагрузку на организм человека, без страты якости доследования и заповольвания работы. У центра развивают все направки деятельности и осваивают самые передовые технологии. Мы развиваемся в плане гематологии. Сейчас ведем модернизацию блока химиотерапии, где будет оказываться помощь пациентам при высокодозовой химиотерапии. Надеемся на то, что внедрим стволовую клетку. То есть двигаемся согласно времени. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».